Второй голос? Продюсер нужен. Сейчас я вам спою, наверное, с Блинчика очень хорошую песню. Зоопарке, выключив лампочки 40 электросвечей. Люди ночами делают новых людей. Такие тонкие стены из цветного картона, светло-серых домах из стекла и бетона, доверяя всему, что твердят из дневных новостей. Люди ночами делают новых людей. Люди кричат, задыхаясь от счастья. Та-да-и-ай, та-да-и-ай, та-да-да-дам, та-да-дам. Высаживался в качестве живой изгороди кустарник. Нам будут видны высокие деревья летнего сада. Вдоль него перпендикулярно мойке отходит лебяжий канал. Канал, имя которому дали лебеди, жившие в прудах летнего сада. Птичка изготовлена в натуральную величину, его высота составляет всего 11 сантиметров. Расположение памятника не случайно.
он находится рядом с бывшим императорским училищем правоведения. Студенты училища носили мундиры желто-зеленого цвета, напоминающие окраску чижа, а зимой – выжиковые шапки, за что и были прозваны чижиками-выжиками. После экспроприации в одной из квартир дворцового флигеля долгое время жила Анна Ахматова. Укротители коней, изображающие четыре стадии упрощения коня человека. Они созданы архитектором Петром Карловичем Кирилловым. Одну из старейших электростанций города называют «спящий слон». Кажется, что гигантское животное дремлет на спине, а четыре трубы – это обращенные вверх слоновьи ноги. Здесь же в первые годы после окончания лицея часто бывал Александр Пушкин. Здесь он познакомился с Анной Петровной Керн. Здесь находился загородный дом семьи Юсупов. В конце 18 века Юсупов принял решение перестроить старый дом. За этим каналом фонтанка, остающаяся сейчас слева от нас, вступает в ту часть города, которая была окраиной Петербурга и называлась Коломной. Берега фонтанки здесь разительно отличаются от облика ее берегов в центре города. Обитателями Коломны были люди небогатые, и жизнь здесь была совершенно не похожа на жизнь блистательного центра столицы. Только что мы вошли в Крюков канал. В начале 18 века он в транспортных целях был прорыт от реки Невы до реки Мойки. Длина канала составляет 1015 метров. Уже видна голубая колокольня и золоченые купола Никольского морского собора. Собор одновременно вмещает около 5000 человек. Именно об этом месте был снят популярный в 90-е годы прошлого века сериал «Петербургские тайны», по сюжету которого в подземелье Крюкова канала ограбили и убили одного из героев. Только после того, как под туннелем просела мостовая и на месте площади труда, которая была построена над ней, образовалась огромная дыра, большая часть подземного канала была засыпана. Санкт-Петербург – молодой город, ему чуть больше 300 лет, но среди крупнейших городов Европы он считается одним из самых старых. Его центр выглядит практически так же, как и в первые два столетия существования города. Здания тех времен полностью сохранились. Но этот дворец, благодаря своему столичному местоположению, считался главным. Он известен тем, что в его стенах был убит Григорий Распутин, крестьянин села Покровское, Тобольской губернии, якобы имевший власть над семьей последнего императора Российской империи Николая II. Символично, но за более чем 300-летнюю историю города произошло свыше 300 наводнений. Но поскольку все эти мосты были очень похожи друг на друга и располагались в тесном соседстве, их путали даже сами петербуржцы. Поэтому их и пришлось выкрасить в разные цвета. Мы входим в Зимнюю канаву. Небольшой канал, соединяющий реку Мойку и Неву. Обратите внимание на арку-галерею над водой. Она располагается между зданиями старого Эрмитажа и Эрмитажного театра. Екатерина, дабы развеять все домыслы, приказала устроить в галерее грандиозный пир с множеством приглашений. Само собой разумеется, что арка-мост, проект, который был тщательно продуман и рассчитан, выдержала празднество, после чего вопросы о ее непрочности уже не обсуждались. Мост за аркой галереи на выходе к Неве знаменит благодаря опере Петра Ильича Чайковского «Пикона Дарна», в третьем действии которой Лиза бросается с Эрмитажного мостика прямо перед вами в воды Зимней канавки, после того, как от нее убегает помешавшийся на трех картах герб. Отсюда происходит второе популярное название этого моста – мостик Лизы. Сейчас мы выходим в акваторию Невы, главной реки Санкт-Петербурга.
именно вокруг этого места и начинал развиваться наш город. Выхватил штык у одного из сопровождавших его солдат, начертил в торфе квадрат и воскликнул: «Здесь быть моему городу!» А потом взял лопату и начал копать ров. Мы идем по реке Фонтанке. Смотром царя устраивались лодочные учения. Потребность в небольших парусных судах была огромна. Позже верфь упразднили, а на ее месте устроили склады. К числу занятных исторических фактов относится и то, что где-то до середины 19 века на улицах Петербурга строго запрещалось курить. Мостовые, тротуары, а также дома были построены в основном из дерева, и часто из заброшенных окурков вспыхивали пожары. Мы свернули в реку Мой. Здесь было непроходимое болото. Именно там и брала начало река Мойка. Речушка действительно поросла тиной и непроходимым кустарником. Вода в ней была настолько мутной, что там можно было стирать только рабочую одежду. А беленое полотно в реку никто даже и не рисковал опускать. Лишь когда Мойку соединили с нынешней Фонтанкой, вода в реке очистилась, а русло стало судоходным. Блокады кошки очень помогли, из Ярославской области привезли, чтобы крысы. Большая машина.
someday I might get it right. Am I ready for tonight? Eres un más. Si quieres te lo has prohibido. Yo quiero vivir algo.